Вязание цветочка с 6 листиками. Начинаем вязание со скользящей петли. И внутрь провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем скользящую петлю. И затем соединяем первую и последнюю петли соединительной петлей. Меняем нитку на другой цвет, вдеваем в петлю крючок и вытаскиваем нитку. Далее провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну петлю и из каждой петли воздушной цепочки вытаскиваем по одной петле. Затем крючок вдеваем в ту же самую петлю, вытаскиваем петлю и протаскиваем ее через первую петлю. Затем закрываем петли по 2 петли вместе до конца ряда. Теперь вяжем простые тунисские столбики. Всего 4 столбика. Затем в ту же самую петлю снова вдеваем крючок, вытаскиваем петлю и протаскиваем ее через первую петлю. Закрываем петли по 2 вместе до конца ряда. И затем закрываем этот ряд соединительными петлями. Затем крючок вдеваем в ту же самую петлю, вытаскиваем петлю и протаскиваем ее через первую. Далее в следующую петлю основания вдеваем крючок и вяжем соединительную петлю. И дальше вязание лепестка повторяется точно так же. Провязываем 5 воздушных петель. И далее, так как я уже показывала. Вот цветочек провязан. У него получилось 6 лепестков. И дальше будем продолжать вязание оранжевой ниткой. И для этого крючок вдеваем в центр нашего цветочка, захватываем нитку и провязываем столбик без накида. Затем еще один столбик точно так же провязываем в центр. После этого между следующими двумя лепестками провязываем опять 2 столбика без накида. 1 и туда же 2. И таким образом провязываем все остальные столбики. Я провязала, и теперь в конце ряда вяжем соединительную петлю. Теперь цветочек готов. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!